снова приветствую вас на просторах развлекательного канала «Уголок любопытного геймера». Я решил наведаться все-таки в Ренраку, в лабораторию Ренраку, чтобы похитить некоего ученого. Я нанимаю койота, чтобы разобраться с этими паршивцами. И заодно заработать себе на хорошую винтовочку. Я решил рискнуть и попробовать штурмануть это гнездо на пару с койотом, потому что тупо у меня не хватает на остальных. Бегунов денег. Ну мне, вы чё? Да, подтвердить, у меня просто нет больше народу. У меня больше нет возможности. Деньги у меня кончились, просто проще говоря. Мне обещали 9 тысяч юаней за эту работу. Попробуем вдвоем. Я думаю, что это будет хардкорно. Постойте, а почему я не мог продать? Почему мне нельзя было продать все это барахло? Так. Да нету. Все нормально. Так. Значит, мы вошли. Так. Ах, черт. Ладно, койот. Пора пострелять. Отлично. Ох, не слабо. Ах ты, подлюка. Нифига себе. Блин, вот это прессуют, а? Так, койот. Не хочешь бросить гранатку в них? Ну-ка давай. О! Неплохо так. Да, ёшкин клоп. Неудачно. Хорошо. Ох, тоже неплохо. Почикали. Койот. Во. Другое дело. Так. Давайте выдвигаться плавненько. Плавненько выдвигаемся. Что нас ждет здесь? Койот. Койот зря не поет. Так, давай. Ага. Интересное местечко. Ох, ёкарный бабай. Так, стой-ка ты тут на месте.
перезаряди свой револьверчик и жди. Так. Угу. Так, неплохо. Сделаем вот так. Хорошо. Прячемся, койот, а ты... Вот тут-то мы используем этот прием. Вот так. А ты не суйся. Ах ты, зараза. Ты! Как смеешь уворачиваться? О-о-о! Дядя попал просто. Попал жестоко. Готов. Так, перезаряжаемся. Перезаряжаем все наше барахло. Двигаем к цели. Так. На всякий случай. Окей. Ну-ка. Оп. Ах ты, сволочь! Подлюка такая, а? Надеюсь, я не зацеплю Креда. Держи. Ад, блин. У-у-у. Куда ж ты побежал? О-оу. Так, койот. Давай. Вторую лечилку на Креда. Иди сюда. Хрен тебе. Ну-ка, давай. О! Вот это другое дело. Куда ты ломанулся-то? Нет, мы сейчас тебя достанем, дружище. Ну, что ж ты будешь делать? Вот так. Так, надо перезарядиться. Группируемся так. А, кажется, что... Чего-чего? А, запах ударяет вам в нос, как кулак. Короче, запах крови. Что-то нехорошее тут происходит. Как обычно. Здесь вообще ничего хорошего не происходит. Закон игры, видимо. Закон жанра. Давайте перезарядим все. Все оружие, которое вообще у нас есть. Да, подождем. Так. Койот. Открываем дверь. Мать моя женщина.
Посмотрите, какой у него чертов пулемет. Так. Я лучше спрячусь. Так, а это кто такой? Блин. Черт. Все не наши, да? Он куда-то побежал. Злодей. Ой, ну как же так? Койот. Ух, ни хрена себе. Вот это я отвесил ему. Так, он сейчас вызовет... А, он лечится. Так, хорошо. А, он выли... Блин. Гаденыш, а. Так, минус один. Минус два. А, нет. Ты еще живой, скотина. Да ты чтоб тебя. Сдохни уже. Так. Давайте шмальнем в него очередь. Блин. Раз. Блин. Тоже промазал. Ой, блин, подлец. Давайте-ка вломим этому сабелькой. Отлично. Блин. Да что ж такое-то? Еще разок. Во. Промазал. О, черт. Это еще что за хренотень? Подопытный один. Так, ладно. Перезарядимся и тоже перезарядимся. Ты еще что, и на дистанционной, что ли? Что? Это что, Василиск? Она окаменела. Так, получи, скотина. Блин. Я не понял, я тебя убил? Отлично. Это не может не радовать. Так, надо перезаряжаться. О, там еще один такой, блин. Офигеть. Так, кредо, давай. В атаку.
все перезаряжено. Тоже все перезаряжено. Ага. Вот так вот тебе. Василиск. Почему это должен быть Василиск? Так. Давайте. А, вон как. Ну-ка. Давай, дружочек, поговорим с тобой по душам. О! И койот справилась со своим заданием. Фух. Горячий был бой, однако. Ошибка. Дверь не может быть открыта пока. Что? Давайте с Садой уже поговорим и свалим отсюда. Ученый выглядит абсолютно спокойным. А, нет, подавленным, видимо, да? Кто вы? Почему вы все это делаете? А, ты Саада? А что, если я скажу нет? Тогда ты кончишь так, как они. А, тогда да, да, я Саада. Подожди, ты же из... ацтекологии, не так ли? Я сказал им, что я не заинтересован работать на них. Да какая разница? Корпорация есть корпорация. И что, вот так вот, да? Ты просто хочешь передать меня им, Иисусе, эти люди, послушай меня. Кто бы ты ни был, я знаю, что я здесь раб, я понимаю это, но я не должен быть настоящим рабом, не так ли? Все, что я делаю, это все, что ты сделаешь, это перевезешь меня из одной корпорации в другую, так что я продолжу быть наемным рабочим на всю жизнь. Не должно ли быть у меня какого-нибудь права сказать что-то по этому поводу? Ну, от меня ты что хочешь? Отпусти меня, просто уйди. И что ты сделаешь? Убегу куда-нибудь? Я не знаю, но я не должен тебе говорить об этом в любом случае. Так будет безопаснее. Так. Как же поступить? С одной стороны, он занимается не очень хорошими вещами. С другой стороны, они этими нехорошими вещами будут заниматься в любом случае. Обычно я отыгрываю хорошие роли, но нет. На этот раз я буду меркантильным упырем. Не, ты отправляешься со мной вырубить его и взвалить на спину. Чипоньк. Мне нужны эти деньги для того, чтобы купить себе оборудование и нанять бегунов. Это даже без вариантов. Так, итак, я снова в союзе Белошвейк. Надо поговорить с этим улыбчивым ублюдкам, чтобы получить свои деньги. Деньги, деньги. Так.
Дружище. Давай. Мои люди сказали мне, что ты доставил посылку. Там что-то можно было еще собрать, но, видимо, я как-то оплошал. Да, и это не была пробежка за молоком. Ну, собственно, тебе за это и платят деньги. Вот тебе кредитный чип. Я думаю, что ты найдешь компенсацию, вполне приемлемой для всего этого. Это было удовольствие иметь дело с тобой. Ну и ладно. Я сделал свое дело, я получил свои деньги. Может быть, кто-то скажет, что это неправильно было, но... мне наплевать. Такой вот я. Меркантильный жлоб. Так. Нас ждет встреча с бароном Самеди. Эй, я думаю, что эту встречу мы отложим до следующего раза, потому что мало ли что там может произойти, может начаться очередная цепь событий, которую опять-таки не прервешь до очередного автосохранения. Поэтому продолжение прохождения будет уже в следующей серии. Дождитесь ее и узнаете, что же хочет нам сказать барон Суббота. Итак, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Это был Любопытный Геймер. До связи.